Сегодня, 18 ноября, день рождения Деда Мороза. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге. У нас же на Кубани холода еще не наступили, но подарок бородатому волшебнику белореченцы приготовили. До Нового года осталось всего-то 43 дня. И целых 43 дня. Но уже сейчас ребятня, да и взрослые ждут чуда не меньше. И пишут письма Деду Морозу с пожеланиями примерно такого характера. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть грядущий Новый год всем нас счастье принесет. И все эти поздравления белореченцев отправляются в Великий Устюг. И с этого момента дан старт новогодним торжествам у нас в районе. И только в холле районного дома культуры здесь и сегодня можно было увидеть самую необычную зеленую красавицу. Решили сделать елку из воздушных шаров, потому что воздушные шары – это, несомненно, символ праздника. Ну и совместить этот символ праздника с Новым годом и сделать такую замечательную новогоднюю нашу красавицу. На конкурс «Самая креативная елочка» дома культуры и сельские клубы представили главный символ праздника. Не только разных размеров и цветов, но и выполнили его из необычных материалов. Были елочки из ткани, крашеных макарон и даже резиновых перчаток. В этом виде состязания жюри оценит не только внешний вид, но и саму идею и оригинальность проекта. Здесь же, в районном доме культуры, с самого утра проходил кастинг. В нем принимало участие 45 пар уже местных Дедов Морозов и Снегурок. Со своей группой поддержки они соревновались в умении водить хороводы с детьми, петь и танцевать. Конкурс Дедов Морозов проводится в нашем районе уже в пятый раз. И в этом деле, как уверяют работники культуры, у них уже есть кое-какой опыт. Так что не сомневайтесь, хоть это будет и непросто, но из огромного числа претендентов жюри выберет самого достойного. Задача конкурса прежде всего – это принять у учреждений культуры их новогодние программы, где-то скорректировать, где-то посмотреть, чтобы какие-то небольшие ошибки, недочеты были исправлены. Программы, подготовленные работниками учреждений культуры, в этом году были настолько хороши и интересны, что финал вместо 12 прошли 19 команд. И в их числе Дед Мороз из городского культурно-развлекательного центра. Здоровья, счастья в ближайшем году наступающем. Ну и всего побольше, чтобы у нас все-таки проводились чаще такие мероприятия в городе, фестивали Дедушки Морозов, друг с другом знакомились, видели друг дружку. Он же и получил переходящий посох, гран-при конкурса и право открывать главную елку города. Ну а все присутствующие на празднике зарядились сегодня новогодним настроением. Еще бы, ведь они увидели вместе столько Дедов Морозов и Снегурок. Мы видели Дед Мороза, красивого, праздничного, нарядного. Настроение хорошее. Очень ждем Нового года. Все очень нравится. Здесь очень красиво все. Наталья Колесникова, Артем Кузьмин. События и люди.